Леонардо да Винчи. В общественном сознании Леонардо да Винчи ассоциируется с двумя самыми знаменитыми картинами в западной традиции – «Тайная вечеря» и «Мона Лиза». Эти картины – всего лишь два примера сложности и способности проникнуть в суть вещей, присущие его работам. Родившийся в 1452 году, он был подлинным человеком эпохи Возрождения. Художник, скульптор, ученый, инженер и мыслитель, бесспорный гений Леонардо позволил ему проявить себя не только в какой-то одной области. Он должен был достигнуть легендарного статуса при жизни. Ален Картрайт, инженерная школа. Он был гением. Он видел, как устроены вещи, и понимал, что они могут быть устроены иначе. Он видел элементы. Он ощущал интерес к тому, как это делается. Его вело неуемное любопытство. Доктор Виши Махадеван, хирургический колледж. Леонардо бросил вызов всем существующим научным понятиям того времени в анатомии, инженерии или архитектуре. Он символизирует в полной мере возрождение подлинного научного исследования. Доктор Мартин Кэмп, колледж Троицы. У него было ясное представление того, что называется визуальная среда. Никто не сможет подражать его свершениям. Освобожденный от рамок средневековой культуры, он смог дать свободу своему воображению и неуемному любопытству. Беспрецедентные интеллектуальные дары Леонардо должны были повлиять на будущее развитие всех наук и искусства. Леонардо родился в Винчи, маленьком городке в Тоскане. Он был незаконнорожденным сыном нотариуса Пьеро да Винчи и местной крестьянки. Свидетельства его необычайного разума и разносторонность проявились в раннем детстве. Он продемонстрировал блестящие способности в математике, музыке и искусстве. Сохранившиеся дневники Леонардо показывают интригующую особенность его правописания. Леонардо был левшой и писал вверх тормашками, как в зеркале. Левша, гомосексуалист, вегетарианец. Возможно, эти факты повлияли на его творчество. Возможно, поэтому он оставался один. Это вызвало у него творческую энергию, потому что даже наедине с собой он рисовал эскизы, чертежи, все подобное. Доктор Питер Борчерс, физическая и астрономическая школа Бирмингема. Из всех различных факторов, которые нам известны о нем, один имеет первостатейное значение. Он был незаконно рожденным. Не будь этого, он, вероятно, унаследовал бы карьеру своего отца, стал адвокатом, и мы никогда бы не услышали о его свершениях в искусстве, инженерии и науке.
Леонардо – увлекательнейшая личность. Если взять Мону Лизу, можно сказать, кто сделал это? Или кто сделал «Тайную вечерю»? До людей дошли отрывочные сведения о его биографии, а если прочесть его дневники, они потрясающе безлики. Он не выражает себя в дневниках. Его современник Микеланджело был великим скульптором. Он писал стихи, поражающие своей глубиной, писал замечательные письма. Леонардо не стремился к такого рода откровению. Он был, по моему мнению, сугубо закрытым человеком. В 1466 году Пьеро да Винчи, узнав, что его сын обладает даром художника, отвез работы Леонардо известному флорентийскому художнику и скульптору Андреа дель Вероккио. Вероккио оценил потенциал работ и принял 14-летнего мальчика в ученики. Быть учеником Вероккио считалось привилегией. Будучи проницательным человеком, он окружил себя лучшими умами того времени. Годы, проведенные во Флоренции, сформировали Леонардо. Он приобрел познания в разных дисциплинах. Анатомия, архитектура, физика и инженерия были среди предметов, которые он жадно поглощал. Однако именно в мастерских Вероккио он совершенствовал свое мастерство. Он экспериментировал с цветом, исследовал законы перспективы, изучал тонкости игры света и тени. Здесь он получил первые заказы на картины. На картине Вероккио «Крещение Иисуса» Леонардо нарисовал одну фигуру коленопреклоненного ангела. Именно эта фигура продемонстрировала стиль, который повлияет на классицизм эпохи Возрождения. В 1481 году Леонардо приглашают в монастырь Сан-Донато, чтобы он расписал алтарь. Поклонение волхвов так и не было закончено. Его постоянный поиск самосовершенствования, связанный с его беспокойным характером и потребностью в экспериментировании, приведет к тому, что большинство его работ останутся незавершенными. Есть разные причины того, почему Леонардо не завершил большую часть своих проектов. Среди них та, что его покровители теряли власть, такое часто случалось с художниками Возрождения, но есть одна серьезная проблема, когда вы смотрите на что-то, вы отвлекаетесь на что-то еще. Вы рисуете воду, а видите скрытый смысл, например, проблему геологии, строения Земли. Если рисуете волос, возникает ассоциативная связь с музыкой или звуками, и тогда возникает проблема, потому что вы не можете сосредоточиться на одном смысле, и пусть у вас замечательное видение сути вещей, вы не сможете закончить хотя бы один проект. В 1501 году ему поручили нарисовать фреску в честь победы Флоренции над Пизой. Настенное панно «Битва при Ангьяре» тоже не было закончено. Однако Леонардо сделал множество эскизов. Среди них полномасштабный эскиз, показывающий ужасы войны. Хотя подлинный эскиз погиб, осталась копия, сделанная Рубенсом. Возможно, самый потрясающий аспект его работ – его способность поймать малейшие эмоции, показывающие работу ума. Леонардо использовал свет и тень, чтобы сделать тела объемными. Тонкими цветовыми изменениями он создает атмосферу и глубину происходящего. «Тайная вечеря» раскрывает психологическую изоляцию Иуды. Однако тайна внутренней жизни, схваченная в загадочной улыбке Монны Лизы, вызвала больше всего споров, чем о каком-либо другом портрете в истории искусств. Улыбка прежде всего передает эмоциональное состояние. Портреты без выражения были нормой в те дни. Они не передавали игру ума и его работу. Но здесь могла быть игра слов. Она была замужем за Франческо де ла Джокондо, и ее прозвище Джоконда, что означает «счастливая» или «улыбающаяся». Возможно, улыбка — это эмблема.
Пол Хиллс, университет Варвика. Он сделал что-то странное с горизонтом. Возможно, я сумею изобразить. С одной стороны картины горизонт здесь, а с другой стороны ее головы здесь. Поэтому фон постоянно колеблется, особенно у ее глаз. И это создает двусмысленность. Мона Лиза — это потрясающая, из ряда вон выходящая картина, особенно впечатляет изменение света, фон словно бы дышит. Это придает ощущение жизни картине. Мона Лиза словно приближается к вам, и вы наслаждаетесь этой близостью. Леонардо смог понять самое важное в живописи. Для Леонардо живопись была просто одной из форм художественного выражения. Стремясь к беспрецедентному реализму, он постоянно совершенствовал свои знания о физическом мире. Когда Леонардо рисовал любую картину, он старался изобразить все — эмоции и игру ума. Фигуры на картине, как он сам говорил, должны обладать исключительной правдивостью, совершенным световым эффектом, превосходной правдивостью пространства. Он ставил себе невыполнимые условия, потому что никогда не признавал ограниченность живописи. В совокупности с художественными методами, научные теории Леонардо всегда были основаны на точных наблюдениях. Он хотел открыть основные законы природы. Невозможно изолировать искусство Леонардо от его научных изысканий. Он верил, что его искусство было наукой. Рисунок стал продолжением его творческих процессов. Детальное изучение растений, животных и людей были частью неутомимых поисков абсолютного сходства предметов. Его эскиз лилии демонстрирует не только художественный талант, но и минимальные детали научного наблюдения. Огромное влияние на его творчество оказало детство, проведенное в сельской глуши Тосканы. Он бродил по окружающему пейзажу, его изменяющийся облик породил у него понимание сил природы. Здесь началось увлечение Леонардо зарождающейся органической жизнью, и он совершенствовал искусство наблюдения. Будучи постоянно одиноким, он развил потрясающие художественные навыки и замечательную увлеченность наблюдениями, что выразилось в будущем в его увлечении анатомией. До Леонардо никто не изучал человеческое тело столь детально. Считалось кощунственным резать человеческое тело. Использование им вскрытия для того, чтобы изучить внутреннее строение тела, привело к конфликту с католической церковью. Уникальный подход Леонардо к анатомии породил новый метод научного исследования, основанный на детальном наблюдении. В его дневниках много точнейших иллюстраций и сопровождающих записок. Он сделал первые анатомические рисунки такой точности, что они стали базой для современной научной иллюстрации. Как историк медицины могу сказать, что его важный вклад в анатомию состоял в концепции секционной анатомии органов, вследствие чего анатомия познается через горизонтальные секции органов. У Леонардо были поразительные открытия в анатомии сердца. Если бы его записи не были утеряны, я уверен, что он сделал бы открытие в области кровообращения задолго до Гарварда. Леонардо был способен объединять ранее разрозненные дисциплины. Исследуя человеческие формы, познавая внутреннее и внешнее строение тела, Леонардо рисовал фигуры с поразительной достоверностью. Его рисунок «Человеческие пропорции»
не только отражает точность его анатомических знаний, но и визуальное соединение математики и натуры. Леонардо признавал, что письменные объяснения сложных проблем могут быть запутанным. Он знал, что его рисунки более эффективно передадут его знания. Искусство стало методом соединения наук. Если были бы обнародованы научные и теоретические записи из дневников Леонардо, они бы революционизировали науку того времени. Однако он не захотел издавать их. Думаю, здесь есть две проблемы. Одна практическая. Очень редко издают иллюстрированные книги. У большинства иллюстрированных книг были деревянные гравюры не слишком хорошего качества. Если вспомнить рисунки Леонардо, то как они детально прорисованы, как превосходны в точности. Ясно, что ему больше нужны медные оттиски. Для его работ нужны были дорогие техники гравировки, которые трудно втиснуть в форму книги. Но главная проблема в том, что он редко доводил свои проекты до конца. Он всегда начинал следующий. Он всегда стремился сделать что-то еще. Его всегда волновало что-то новое. Но как при этом закончить выполняемую работу? Он так и не справился с этой проблемой. Да, он сделал много такого, что перевернуло науку и технологию того времени. Но большего эффекта он добился бы, если бы издал свои труды с помощью тех, на кого он работал. Это были властелины той эпохи, герцоги и прочие. В 1482 году Леонардо уехал из Флоренции ко двору герцога Милана Людовика Сфорца. Эта связь продлилась почти что 20 лет. В письме к герцогу Леонардо предложил свои услуги военного инженера, продемонстрировав степень своих технических успехов. В эпоху войн это могут быть незаменимые умения. Однако Людовико больше интересовали знания Леонардо как художника и скульптора. Щедрый и добрый Леонардо был любим при дворе и устраивал для двора представления и маскарады, чтобы развлечь покровителя. Несмотря на свою общительность, Леонардо был одинок в глубине души. Обязанности при дворе не мешали ему заниматься своими научными исследованиями. В те времена в Милане Леонардо занимался математикой. Он сотрудничал с математиком Лука Пачиоли и проиллюстрировал его знаменитую книгу «Божественные пропорции». Когда мы говорим об интересе Леонардо к математике, нужно разделять виды математики. Он проявлял интерес к арифметике, но он плохо в ней разбирался. Он не мог сложить цифры в столбик, не сделав ошибки. Насколько нам известно, он не проявлял отношения к алгебре, у него были отрывочные знания. А вот геометрия, она была для него визуальной математикой. Он считал геометрию некой формой визуальной скульптуры. Он брал трехмерные тела и менял их геометрически. Он ясно видел формы в пространстве. Геометрия стала для него умозрительной скульптурой. Именно здесь проявлялся его математический гений. Дневники и эскизы того времени в Милане показывают мастерство Леонардо во многих предметах, от ботаники и геологии до анатомии и архитектуры. Его изучение Вифлеемской звезды — шедевр. Он передает не только движение и живость, которые Леонардо всегда пытался поймать, но еще и почти микроскопическое детализирование. Он понимал, что солнце и сила тяжести влияют на рост растений. Он узнал, что можно определить возраст растений и деревьев по их структуре. Одной из движущих сил в жизни Леонардо было его неуемное любопытство. Он хотел понять каждую деталь Вселенной. Задолго до дарвинизма XIX века Леонардо, изучая древние окаменелости, сформулировал эволюционную теорию.
Леонардо интересовался Землей как живым телом. Он называл это телом Земли и думал, что в течение времени она подвергалась грандиозным изменениям. Он нашел окаменелости в горах, но по разным причинам не мог поверить, что был один потоп. Трудно поверить, что потоп, длившийся 7 дней и ночей, мог оставить в живых таких медлительных животных, а они остались живы. И он это понял. Таким образом, на основе разных аргументов, он пришел к выводу, что на Земле было несколько потопов, и живое тело Земли много раз погружалось под воду. В течение времени происходили огромные перемены. Сейчас это уже не революционные идеи, но издай он их тогда, и мог бы получиться большой скандал. Умение наблюдать в совокупности с его развитым воображением служили Леонардо инструментом во многих его достижениях. В свободное время Леонардо занимался архитектурой и скульптурой. Среди его архитектурных эскизов есть купол Миланского собора. Если говорить о Леонардо как об архитекторе, то надо помнить, что в те времена было трудно вообще дать определение архитектору. У каждого человека по этому поводу свое мнение. Я бы сказал, что Леонардо – блестящий архитектурный консультант, но не архитектор, который строит свои здания. Его архитектурные знания проявлялись особым путем. Так же, как геометрия была для него формой скульптуры, я думаю, ни у кого не было в то время ясного представления об архитектуре как о вылепливаемом пространстве, а он своими рисунками показал это. Он оказал огромное влияние на Браманта, человека, который построил или начал строить собор Святого Петра. Огромное здание, полное пространства и объема. Он оказался первопроходцем во многих сферах визуализации. Хотя ни один архитектурный план Леонардо не был реализован, его умение и воображение потрясает. У его схемы дворцов и дорог на разных уровнях есть практический смысл. Во времена чумы это был проект нового и здорового Милана. Леонардо переделал пространство и освещение города, чтобы избежать распространения болезни. У города была двухуровневая модель. Верхний уровень был пешеходным, а телеги и кареты, которые ежедневно передвигались по городу, переходили на нижний уровень. Записи Леонардо показывают, что он выполнял множество мелких поручений Людовико, но главным заказом был огромный мемориальный комплекс в память отца Людовико, Франческо Сфорца. Мемориал, который, разумеется, не был закончен, представлял собой огромную медную бронзовую статую. В процессе подготовки Леонардо создал полномасштабную модель из глины. Ее мощь и красота поражали. Интерес Леонардо к животным был выборочным. Он не занимался зоологией, тогда такой науки не существовало. Но больше всего он интересовался лошадьми. Лошадь была благородным животным, и у него было 2 проекта конных статуй. Поэтому он много занимался лошадиной анатомией и пропорциями. Он много времени тратил на то, чтобы измерить самых красивых лошадей и узнать, как соотносятся их пропорции. Это своего рода музыка анатомических пропорций. С людьми он работал точно так же. Он тщательно изучал медведей, особенно их мех. Он интересовался движениями животных. Он не занимался систематизацией зоологии. Он не интересовался классификацией, так что у нас есть определенные участки, которые привлекали его внимание. Но больше лошади, он хотел написать книгу о лошадиной анатомии, но не закончил. Зато подготовил рукопись на эту тему. Она была потеряна, хотя остались несколько рисунков, которые позволяют судить, насколько он преуспел в зоологии, в частности, как специалист по лошадям и эмоциям зверей. Интерес Леонардо был не только научным. Он любил животных и птиц. Он покупал птиц в клетках, чтобы потом выпустить их. Его собственная метущаяся натура заставляла сочувствовать всем существам, лишенным свободы.
Леонардо всегда был предан людям и природе. Ради них он старался идти к чистой правде. Несмотря на привязанность к Тоскане, ни один город или страна не могли вызвать у него подобного чувства. Отрешившись от участия в любой политике, войнах и интригах того времени, Леонардо в этот период жил как кочевник. Венеция, Флоренция, Рим, Милан — вот этапы его большого и утомительного пути, потому что Леонардо предлагал свой ум, воображение и умение разным господам. В 1502 году он принял противоречивое решение поступить на службу к изменнику Чезаре Борджиа. Я думаю, что он решил поступить на службу к Борджиа, потому что тот поддерживал папу Римского в его борьбе с угнетателями, которые стремились захватить Италию. А Леонардо хотел помочь им в этой борьбе. Однако, начав служить Чезаре Борджиа, он понял, что это не совсем порядочный человек. По слухам, он изнасиловал одну сеньору, которая раньше принадлежала к его бывшему покровителю. Дело Чезаре стало разваливаться. Его предали его собственные вассалы. Он заболел, так что это был недолгий эпизод в жизни Леонардо. Просто он всегда искал покровителя, который позволит ему проводить опыты и поддержит его интересы во время правления. Чезаре был подходящей фигурой, казалось, это многообещающее начало, но все развалилось. На службе у Чезаре Леонардо продемонстрировал свою изобретательность. Он собирался осушить поля, он рисовал систему каналов, карты и укрепления. Однако Леонардо не смог далее демонстрировать свою интеллектуальную отрешенность перед кровожадной натурой Чезаре, и он оставил службу в 1503 году. На кого бы ни работал Леонардо, он продолжал свои исследования и эксперименты с полетами. Он сделал множество эскизов птиц и изучал анатомию их крыльев. Леонардо доверял логическим математическим заключениям, потому что они основаны на концепции универсальной правды. Однако он точно знал, что наука основывается на эксперименте. Это увеличивает познание. Один из его рисунков показывает экспериментальный дизайн летательной машины. Леонардо много раз рисовал экспериментальные модели различных устройств, таких как летательный аппарат. Не думаю, что кто-то проверял их. В это время другие люди делали то же самое. Знаменитый шотландский монах собирался продемонстрировать силу законов Архимеда и заявил, что совершит беспосадочный перелет из Стирлинга в Париж. Он не пролетел и 100 ярдов, он упал, сломал ногу. Я подозреваю, что если бы Леонардо сел в свой самолет, он оказался бы в таком же положении. Когда мы говорим об аэропланах Леонардо, надо рассматривать две фазы. Во-первых, он собирался создать машину, устроенную по принципу птицы с машущими крылами. Я уверен, что после экспериментов и здравого размышления он пришел к простому решению. У человека не хватит сил, чтобы управлять такой громоздкой и тяжелой машиной. И позже он пришел к решению, которое мы теперь называем дельтаплан. Он придумал планер с хвостовым оперением и крыльями, используемый для разных целей. А если говорить о тех, кому нравится летать, я не думаю, что ему это понравилось бы. Скорее, ему нравилась идея размахивать крыльями, как птица. Он понял эту идею превратно. Мне кажется, из всех его летательных проектов мог получиться только вертолет, потому что у него был механизм, и если бы он работал и давал мощность, то эта штука могла бы полететь.
Его увлечение летательными аппаратами привело к созданию других приспособлений, необходимых как для полета, так и после него. Он создал первый в мире парашют. За много столетий до того, как другие изобретатели представили подобные средства спасения. Леонардо увлекался стихиями. Он был очарован мощью и движением воздуха и воды. Его серия рисунков «Потоп», почти абстрактная по форме, показывает неистовство небес и ливней. Для Леонардо свойства воздуха и воды были схожими. Как облака удерживались воздухом, так и вода удерживала все на поверхности. Для него полет был сопоставим с плаванием. Леонардо использовал свои умения исследователя в деле изучения гидродинамики. В процессе исследования он открыл влияние Луны на приливы. У Леонардо есть любопытнейшие рисунки течений. Это вызвано тем, что он проявлял интерес к анатомии и биологии, а также к кровообращению. Ему трудно было продолжить эту работу, ведь это было за 200 лет до того, как заговорили о гидродинамике. Леонардо верил, что человек не только полетит, но и станет повелителем моря. Он экспериментировал с плавучестью, изобрел нечто вроде водных лыж, чтобы гулять по воде. Эскиз Леонардо первого спасательного пояса в точности такой же, как на современных судах. Есть доказательства того, что Леонардо придумал, как подавать человеку воздух под воду. Считают, что он уничтожил детали этого устройства, потому что полагал, что его гений приведет к проявлению дьявольской природы человека. Изучение гидродинамики повело его в область чистых технологий. Большая часть репутации Леонардо как технического новатора опирается на его собственные инженерные и инновационные работы. Леонардо жил в нестабильное, жестокое время. Италия времен Ренессанса вела постоянные войны. Замученная внутренними распрями, она жила в страхе перед чужеземным нашествием. Во время Возрождения многие художники и мастера занимались вооружением. Джотто и Микеланджело рисовали планы укреплений во Флоренции. Практическая наука была важна для войны. Требовались более эффективные методы уничтожения. Доктор Мэтью Беннет, военный колледж Сандхорст. Часто говорят, что революция в военном деле началась в конце 15 века с появлением новых скорострельных легких орудий, которые сопровождали армию во время походов. Но роль артиллерии заключается в прорыве укреплений, и по большей части войны в Северной Италии конца 15-го, начала 16 веков, известные как итальянские войны, велись вокруг крепостей. Поэтому вам нужны были как армии и повелители, так и мастера, которые могли строить эффективные укрепления и осадные орудия, которые могут их разрушить. В основе художественных и научных открытий Леонардо лежит неутомимый поиск знаний. За годы службы у Сфорца в Милане Леонардо постоянно изобретал новые снаряжения для военных целей. Он предложил огромное множество идей, планы мостов, переправ и укреплений. Хотя он считал войну скотским безумием, Леонардо создал немало проектов вооружения. Например, он детально изобразил усовершенствованную модель штурмовых лестниц. Леонардо изобрел механическую лестницу, которая выдвигалась и убиралась, используя систему рычагов и передач. Она похожа на лестницу современных пожарных. Среди других проектов известны трехрядный пулемет, стреляющий шрапнелью.
а также ручные гранаты, минометы, танки и прочее. Он сделал эскизы различных видов вооружений, необходимых при осаде, как орудий, так и укреплений, что очень важно в войне 15 и 16 веков. Можно сказать, что большинство его проектов не было осуществлено, или, возможно, они не использовались в армии по разным причинам. Леонардо создал масштабную модель бронированной повозки, вооруженной пушками. Она приводилась в движение системой рычагов. Это был предшественник современного танка. Только в 20 веке, в Первую мировую войну, были созданы танки. Я должен заметить, что это непрактичная машина. Это печально, потому что проект фантастический. Тут пушки, стреляющие в разные стороны, есть диаграмма в разрезе, показывающая, как он приводится в движение. Только в конце 18 века появились паровые машины, а в конце 19-го создали двигатель внутреннего сгорания, который позволил создать в начале 20 века танк. Получается, что проект оставался фантазией вплоть до наших дней. Исключительный интеллект Леонардо и запредельное воображение порождали нескончаемый поток изобретений. Их уникальная природа намного превосходила технические возможности того времени. Парадоксально то, что многие его идеи были воплощены в рисунках, а не в действительности. Мы не должны недооценивать того, что он свершил, но его рисунки в определенной степени были военной фантазией, которую он преднамеренно стилизовал и приспосабливал, чтобы показать своему покровителю, что у него есть наисовременнейшее оружие, стильное, элегантное и восхитительное. Я считаю, что многие изобретения можно было использовать, в частности, в военной области, потому что он многое свершил в этом деле. Разумеется, он не остался бы при дворе, если бы его изобретения не работали. Не все проекты Леонардо в военное время были наступательным оружием, предназначенным только для войны. Некоторые идеи, такие как вращающийся мост, могли служить не только для укрепления, но и в более широком смысле. Мост, по которому можно было переправиться через реку, а потом убрать его, был вершиной инженерной мысли, продемонстрированной Леонардо. Так же, как двухуровневый мост. Он был создан по тому же принципу, что и город Леонардо. По одному уровню переправлялись люди, по другому — повозки и кареты. Структура созданного Леонардо моста угадывается в мостах, построенных начиная с 19 века. Он прекрасно разбирался в прочности материалов, применяемых для сборки, потому что созданная им структура легко разбиралась. Мост можно было быстро построить на земле, это очень важно, и абсолютно необыкновенно в те времена. В 1514 году Леонардо оказывается в Риме. Это почти что последний этап его путешествия. Он провел 3 трудных года под покровительством папы Лео X. Между этими людьми не было дружбы. Леонардо все время посвящал научным экспериментам. Что касается того, что Леонардо изучал или заимствовал технологии и идеи других людей, это обычная практика инженеров в Италии, особенно в течение последних 200 лет и под влиянием таких умов, как Франческо де Джорджио Мартини или Джулиано де Сангало. Я думаю, что это часть традиции, то, что он использовал их знания как классические, так и современные, и прибавил к ним современные ему знания и технологии. Всю жизнь Леонардо интересовался механикой. Его увлечения машинами родились в мастерской Вероккьо. Одержимость машинами всех мастей проявляется в аналитических рисунках их компонентов.
Леонардо не только классифицировал разные части, но и определил их потенциальные возможности. Множество эскизов показывает различные системы передач. Леонардо признает, что при соответствующем использовании передачи станут источником двигательной силы. Передачи, винтики и веса являются сердцем многих изобретений Леонардо. Что характеризует его чертежи, так это то, что его сложная система может работать в трех измерениях. В голове он прокручивал разные детали, а качество его разработок показывает его умение разбираться в пространстве, движении. Все это видно на его рисунках. И это же он воплотил в чертежах. Детальные планы изобретений Леонардо позволили ученым 20 века оценить их потенциал. Его чертеж машины, управляемой системой тяг, показывает, что она была способна двигаться вперед. Я думаю, что многие его изобретения гипотетические. Он наслаждался самими идеями. Горы рисунков, чертежей, эскизов, которые никогда не были реализованы, но это не останавливало его, он продолжал творить. Он создал горы рисунков и эскизов, не ожидая, что они будут реализованы, потому что развивал идеи и принципы. Мы не знаем точно, сколько его идей было реализовано, потому что до нас не дошло ничего из того, что он создал. Стремясь к абсолютной точности, Леонардо изобрел измерительные приборы. Среди них одометр, инструмент для измерения расстояния. Чтобы более точно измерять время, он создал часы с раздельным ходом часовой и минутной стрелки. Часы приводились в действие передачами и механизмом управления веса. Многие люди начали экспериментировать тогда с пружинами. Трудность с пружиной состоит в том, что когда вы поднимаете ее, она обеспечивает максимум усилия, когда она выпрямляется, и как только она осаживается, усилие уменьшается в пропорции, равной времени ее проведения. Так Леонардо открыл путь, при котором усилие идет от пружины. Он применил принцип рычага многократного возврата. Леонардо полагал, что ключ ко всему в детальном наблюдении. Эта убежденность в том, что зрение, самая важная функция, привела Леонардо к изучению оптики. Он был знаком с устройством и конструкцией линз. Его записи показывают интенсивность его наблюдений. Утверждают, что Леонардо изобрел камеру обскура. Он понял, что изображения отпечатываются на человеческой сетчатке. Есть признаки того, что он экспериментировал с простой фотографией. Для гения, увлеченного отображением существующей реальности, это вполне очевидный и логичный шаг. Есть одна теория, что Леонардо участвовал в создании Туринской плащаницы. Утверждают, что он сфабриковал плащаницу, используя фотографию отсеченной головы. За время пребывания в Риме Леонардо снова вернулся к изучению человеческого тела. Он проводил вскрытие в римской больнице. Он перестал этим заниматься, когда его обвинили кощунстве. Он работал вместе с немецкими стеклоделами в своей мастерской. Они делали для него зеркала и разные технологические задания, а он создавал им проблемы. Он не знал немецкого. Они поссорились со швейцарскими гвардейцами и ушли, не получив платы за работу. В отместку немецкие стеклоделы доложили папе, что Леонардо тайно производит вскрытие. Мы не знаем точно, что там произошло, но у Леонардо были неприятности. В 1516 году Леонардо поступил на службу к последнему и, возможно, лучшему покровителю. Новый король Франции, Франсуа I, пригласил Леонардо в свой замок в Клу. Франция предложила ему самую высокую оплату, когда-либо предлагавшуюся в Европе художнику, инженеру и архитектору. Ему предоставили небольшой домик при дворе,
очень удобное место для жизни, и я думаю, что Леонардо воспользовался возможностью. Король ничего не требовал от интеллектуального и художественного гения того времени. Он просто наслаждался возможностью поговорить с ним. Король дал Леонардо дом, деньги и покой. Леонардо жил в радости в Клу и умер здесь в 1519 году. Самый сложный гений Ренессанса останется навсегда в памяти людей. Леонардо возвышался над своими современниками. Его истинный гений заключен в мастерстве, которого он достиг во многих областях человеческой деятельности. Он понимал лучше всех в то время важность наблюдения. Бесконечный поиск знания был триумфом и трагедией Леонардо. Когда ему на ум приходили другие идеи, он не заканчивал свои текущие проекты. Его дневники не были опубликованы при жизни, и его открытия столетиями лежали скрытыми от людей. Леонардо опередил свое время. Его уникальный, детальный подход к изучению мира стал отличительным признаком его гения. Качество его живописи и рисунков не увяло в течение столетий. Если считать гением того, кто внедряет новшества, кто видит мир намного шире своих современников, кто позволяет воображению расширить границы познания, тогда да, он гений. Замечательно то, что человек-самоучка, не имеющий системного образования, смог достичь таких огромных успехов в различных сферах деятельности в течение одной жизни. Никто не может так полно прочувствовать структуру мира и людей, как динамично развивающихся систем, а потом изобразить ее визуально в рисунках, в своем дневнике и в своем видении. Ни у кого рисунок не может передать такого представления об универсальном знании и понимании. Когда Леонардо умер, его друг Франческо Мелти сказал: «Мы оплакиваем его потому, что потеряли человека, и нет силы, которая могла бы создать еще одного такого». Автор сценария Паулина Раш. Операторы Крис Уивер, Тим Джонс, Гевин Ботт. Композитор Пол Фаррер. Режиссер Крис Гормлайф.